Поднимитесь на носки и оставайтесь в этом положении. Транспорт набирает ход и начинает качаться в разные стороны, а ваши мышцы включаются в работу, стараясь удержать равновесие. При этом желательно не помогать им руками. Пусть рука просто находится возле поручня, время от времени удерживая равновесие пальцами. Упражнение можно делать в таком режиме. А можно так. Остановку едем на носках, остановку отдыхаем и так далее. Так за 6-8 остановок вы получите приличную нагрузку на мышцы стопы, голени и вестибулярный аппарат.